Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Givaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Givaradhari. Yashodanandana Vrajajanaranjana Yashodanandana Vrajajanaranjana Yamunatiravanachari. Yamunatiravanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Vrajajanaranjana Yashodanandana Vrajajanaranjana Yamunatiravanachari. Yamunatiravanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Jaya Baladev, Jaya Subhadra. Jaya Nitai Gauracandra, Nitai Gauracandra, Nitai Gauracandra, Jaya Nitai Gauracandra. Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Maya ki, Shri Shri Nitai Gauracandra ki, Shri Srila Prabhupada Patita Pavana ki, Nitai Gaura Premanande. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Мы продолжаем читать Шримад Бхагаватам, 8 песня, 19 глава, которая называется «Господь Ваманадева просит подаяния». Тексты 22, 23 и 24. Трипхих крамайра сантушто. Трибхих крамайра сантушто. Двипена пина пурьяте. Двипена пина пурьяте. Нававарша саметена. Нававарша саметена. Саптадвипа варечхая. Саптадвипа варечхая. Трибхих крамайра сантушто. Двипена пина пурьяте. Нававарша саметена. Саптадвипа варечхая. Трибхих крамайра сантушто. Двипена пина пурьяте. Нававарша саметена. Саптадвипа варечхая. Пожалуйста. Трибхих крамайра сантушто. Випена пина пурьяте. Ваварша саметена. Саптадвипа варечхая. Трибхих крамайра сантушто. Випена пина пурьяте. Ваварша саметена. Саптадвипа варечхая. Матаджи, пожалуйста. Трибхих крамайра сантушто. Випена пина пурьяте. Ваварша саметена. Саптадвипа варечхая. Трибхих крамайра сантушто. Випена пина пурьяте. Нававарша саметена. Варша. Перевод слов. Трибхихи — тремя. Крамайхи — шагами. Асантуштаха — тот, кто не удовлетворен. Двипена — целым островом. Апи — даже. Напурьяте — недовольствуются. Нававарша саметена — состоящим из 9 варш. Саптадвипа вара ичхая — из-за желания завладеть 7 островами. Литературный перевод Его Божественной Милости Абхачаранравинды Бхактивинода Свами Прабхупады. Если бы мне было мало 3 шагов земли, то меня не удовлетворил бы даже один из 7 островов, состоящий из 9 варш. Даже если бы у меня был целый остров, я надеялся бы заполучить и другие острова. Комментария нет, поэтому я прочитаю следующие еще 2 стиха. 23-24 будет комментарий. Сапта двипадхи патайо нрипа вайнья гаядайха артхаях камайр гатанантам тришная этинах шрутам. Я слышал, что даже такие могущественные цари, как Махараджа Притху и Махараджа Гая, которые были владыками семи двип, не смогли обрести удовлетворение и утолить свое честолюбие. 24. Ядричхайо патанена, ядричхайо папанена, сантушто вартате сукхам, на сантушта стрипхирлакайр, аджитатмо пасадитахай, аджитатмо пасадитайхи. Человек должен довольствоваться тем, что дарует ему провидение, ибо неудовлетворенность никогда не приносит счастья. Кто не обуздал свои чувства, тот не будет счастлив, даже став хозяином трех миров. Комментарий. Если высшая цель жизни – счастье, то нужно довольствоваться тем положением, которое даровано нам судьбой. Этому учит и Махараджа Прахлада. Сукхам айндриякам дайтья дехая гена дехинам сарватра лабхяте дайват ядха дукам аятнатаха. Дорогие мои друзья, сыновья демонов, счастье, которое мы испытываем при соприкосновении материальных чувств с их объектами, доступно в любом теле, к какому бы виду жизни оно не относилось. Такое счастье – результат нашей прошлой кармической деятельности, и оно приходит к нам само собой, так же, как само приходит горе. Шримад Бхагаватам 7.6.3. Это совершенный путь обретения счастья. Истинное счастье описывается в Бхагавадгите 6.21. Сукхам атьянтикам яттат будхи грахьям атиндриям вити ятрана чайваям скиташ чалати таттватахам. Исполнившись духовной радости, человек обретает безграничное трансцендентное счастье, ощущаемое с помощью духовных чувств. Тот, кто достиг этого состояния, никогда не отступает от истины. И Шрила Прабхупада дальше продолжает. Счастье можно ощутить только с помощью сверхчувств. Сверхчувства – это не те чувства, что состоят из материи. Каждый из нас – духовное существо, ахам брахма асми, и каждый – личность. Сейчас наши чувства покрыты материей, и мы из-за невежества принимаем этот покров за свои истинные чувства. Но наши истинные чувства покрыты материей. Дехина смин ядха дехе. Под оболочкой из материальных элементов находятся духовные чувства. Сарвопадхи венермуктам татпартвена нирмалам. Когда с духовных чувств покров снят, мы можем с их помощью испытывать счастье. Удовлетворение духовных чувств описывается так. Хришитлена, хришитлеша, севанам бхактир учете. Когда чувства заняты преданным служением хришитлеши, они полностью удовлетворены. Не зная об этой высшей форме удовлетворения чувств, человек может пытаться удовлетворить свои материальные чувства, но счастья он никогда не испытает. Он может взращивать в себе стремление к чувственным наслаждениям и даже обрести то, к чему он стремится. Но поскольку вся его деятельность проходит на материальном уровне, он никогда не ощутит полного удовлетворения. Брахманическая культура учит людей довольствоваться тем, что они получат без особых усилий, и развивать в себе духовное сознание. Только тогда они станут счастливыми. Движение сознания Кришны стремится донести эту истину до сознания каждого. Люди, не обладающие научным духовным знанием, ошибочно полагают, что участники движения сознания Кришны избегая мирской деятельности, пытаются уйти от реальной жизни. Однако на самом деле мы занимаемся деятельностью, которая позволяет обрести наивысшее счастье. Тот, кто не обучен удовлетворять духовные чувства и продолжает потворствовать чувствам материальным, никогда не испытает подлинного, вечного блаженства. Вот почему в Шримад Бхагаватам 5.5.1 дается такой совет. «Тапо дивьям путракаена сатвам, шутхьет ясмат брамасаукьям тванантам». Человек должен совершать аскезу, чтобы очистить свое существование и обрести жизнь, исполненную безграничного блаженства. Шрила Прабхупада ки. Ом агьянатимирангасья гьянанджана шалакая чакшурунмилитам яна тасмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья манобиштам схапитам яна бхутале своям рупах кадамахьям дадати свападантикам. Вандехам Шри Гурох, Шри Ютападакамалам, Шри Гурун Вайшнавамшча, Шри Рупам, Сагражатам, Сахаганалалита, Шри Вишакханвитамшча. Хе Кришна Каруна Синду, Динабандху Джагатпате, Гопиша Гопикаканта, Радхаканта Намостуте, Таптаканчана Гауранги, Радхе Вриндаванешвари, Вришабхану Сутидеви Пранамами Хариприе, Ванчакалпатарупьяшча, Крипасиндубьевача, Патитанам Паванипьо, Вайшнавипьо Намо Намаха. Джай Шри Кришна, Чайтанья, Прабху Нитянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гаура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Намам Вишну Падая, Кришна Пришка Патале, Шримате Бхактивигьяна Госвами Натинамине, Бхактивигьяна Самиктам, Рада Мадава Севинам, Харидипмау, Чирактама Прадаршакам, Наумьягам. Намам Вишну Падая, Кришна Пришка Патале, Шримате Бхактивиданта Свами Натинамине, Намасте Сарасвата Деви, Гуравани, Прачаране, Нирвишеша Шунявадя, Паштати Деша Тарине. Харе Кришна. Еще раз переводы стихов прочитаю, чтобы мы вспомнили. Если бы мне было мало 3 шагов земли, то меня не удовлетворил бы даже один из 7 островов, состоящий из 9 варш. Даже если бы у меня был целый остров, я надеялся бы заполучить и другие острова. Я слышал, что даже такие могущественные цари, как Махараджа Притху и Махараджа Гая, которые были владыками 7 двип, не смогли обрести удовлетворение и утолить свое честолюбие. Человек должен довольствоваться тем, что дарует ему провидение, ибо неудовлетворенность никогда не приносит счастья. Кто не обуздал свои чувства, тот не будет счастлив, даже став хозяином 3 миров. Ваманадева отвечает на слова Бали Махараджа, который как бы пожурил: «Ты еще ребенок, я тебе тут с барского плеча даю все, что ты хочешь, но ты еще настолько неразумен, что не можешь осознать свои удачи, которая тебе выпала, просить у меня что-то, и я могу дать тебе все». Вот. И вдруг здесь необычный поворот темы происходит, и Ваманадев говорит то, что Бали Махарадж вряд ли ожидал услышать. Он говорит очень разумные вещи, он дает наставления, и фактически он уличает Бали Махараджа в недальновидности и в непонимании того, что вообще происходит вот в этом диалоге. И то, как действует здесь Ваманадев, выдает в нем истинного лидера. Верховная Личность Бога — это тот, кто самый главный. Вот, то есть он, безусловно, обладает качествами лидера. В одной из лекций Гуру Махарадж назвал 7 качеств речи лидера. Если потом будет время и интерес, я могу прочитать эти качества. Вот. Но почему я об этом вспомнил? Потому что здесь, в этих стихах, он очень метко и несколькими штрихами затрагивает множество тем важных, которые можно обсудить. И это выдает в нем незаурядный интеллект Ваманадева, неудивительно, Верховная Личность Бога. Вот. И в первом стихе, вот 22, который мы прочитали, 22-й, он говорит, что чувство ненасытимо. Если бы у меня был целый остров, то мне бы хотелось заполучить другие острова. И в этой связи я вспоминаю, как Махарадж рассказывал об одном миллиардере американском, которому, он там был в какой-то из годов самым богатым человеком мира. И репортеры задали ему вопрос: скажите, пожалуйста, какое ваше кредо жизни? Вот вы богатый человек. И он ответил одним словом: more, больше. То есть I want more, я хочу больше. Это американец был, поэтому он очень так емко свое кредо высказал. Вот, то есть сколько бы миллиардов у него не было, он хочет больше. И вот это вот кредо, в общем, ограниченного, недалекого человека, потому что он не понимает, что сколько бы он не имел и сколько бы он не пытался закидать туда, в эту дыру, которая у него в сердце образовалась, когда он отвернулся от Бога, закрыть эту дыру никаким количеством миллиардов невозможно. Только сам Бог, он как раз идеально подходит по размерам и по форме для того, чтобы закрыть эту нашу хотелку, которая всегда хочет больше. В 23 стихе Ваманадев говорит, что я слышал, что даже такие могущественные цари, как Махараджа Притху и Махараджа Гая, не смогли обрести удовлетворение, утолить свое честолюбие. И он ссылается на персонажей Шримад Бхагаватам. Махараджа Притху описан в 4-й песне. И 4-я песня — это висарга по этому плану, по которому разворачивается Шримад Бхагаватам, чтобы подвести нас к пониманию 10-й песни. И в этих начальных песнях, так же, как в Бхагавадгите, Кришна подготавливает Арджуну к последнему стиху, что «Сарват Харман Паритяджа», «Оставь все религии, просто предайся мне». Точно так же и Шримад Бхагаватам подготавливает нас, начиная с этих первых песен, говоря о том, какими качествами нужно обладать, овладеть, чтобы правильно понять вишенку на торте Шримад Бхагаватам, 10-ю песню и именно эти 5 глав, ради которых весь Шримад Бхагаватам был рассказан. Это описание игр Господа во Вриндаване с гопи Расалила. Потому что если мы не будем подготовлены этим пониманием, к чему клонит Шримад Бхагаватам, то мы обречены прочитать эти 5 глав с материальным сознанием, и все, что будет в результате, мы просто совершим оскорбление. То есть мы воспримем эти Шри Джаганнатх Баладев Субхадра, Шри Нитай Гаурачандра, мы воспримем эти описания как эротические какие-то похождения юноши, которому пофартило быть таким красивым, таким привлекательным. Вот. И как женщины, девушки от него без ума, и он этим пользуется. И, в общем, вот все это то, что возникнет у нас. Но что должно возникнуть у нас, это поклонение, или я не знаю, как это остановка всех наших чувств от того, что мы не будем знать, куда направить свое сознание, попытки постичь все то, что разворачивается перед нами в этих лилах. Потому что это отношение божественной четы, Радхи и Кришны, которым мы поклоняемся, и говорят, что когда чувства очищены, то поток эмоций, который приходит в результате того, что чувства наши начинают действовать так, как им положено, духовные чувства наши очищаются, о том, что здесь говорит Шрила Прабхупада, какие должны быть очищенные чувства, то нас захлестнет просто этот поток эмоций. И, ну, как Гуру Махарадж, он пытался описать, что такое экстаз на самом деле. Это когда мы зависаем просто. Это вот как компьютер, когда зависает, он работает, электричество поступает, он тратит энергию, но он не знает, что делать. И это вот происходит то, когда через все наши вот эти вот органы чувств поступает такое наслаждение бесконечное, когда мы просто не знаем, какому же чувству предаться. Вот. Это то, что мы должны испытать, когда мы читаем 10-ю песню, вот эти вот главы, описывающие отношения Кришны к гопи. Вот. Но чтобы до этого дойти, нужно весь Шримад Бхагаватам очень скрупулезно изучить. Ну и Махараджа Притху, 4-я песнь, если кратко, чему учит 4-я песнь, то есть разные как бы способы подходить к пониманию темы 4-й песни. Вот один из них — это то, что истории, которые описаны в 4-й песне, они описывают цели ведической культуры, цели желания, то есть по типу желаний, можно сказать. Вот. И эти типы, их 4 типа: дхарма, артха, кама, мокша, которые возникают у традиционного последователя ведической культуры, и эти истории описываются. Дхарма – это описание Дакша-Ягьи. И чем это как бы, ну, Гуру Махарадж интересно говорит, что 4-я песня – описание ведического материализма. То есть что происходит, когда человек, рожденный и воспитанный в ведической культуре, пытается достичь этих целей вне контекста 10-й песни, вне контекста бхакти. Вот. И Дакша-Ягья описывает, что происходит, если человек просто исполняет дхарму, как Дакша, и плод достижения результата, ну, который дает дхарма, это высокомерие. Рамарупа Прабху на одной из недавних лекций говорил о том, какие неправильные плоды приносит вот эти вот как бы достижения цели в отрыве от контекста. Дхарма, артха — это Друва Махарадж, он хотел получить богатство, он хотел получить царство. И в отрыве от бхакти артха приводит к соперничеству. Вот. И мы знаем, что Друва Махарадж, он тоже не сразу достиг совершенства, удовлетворил Господа. То есть он должен был еще услышать наставления Кувера, Брахмы. В общем, только после этого он стал, ну, как бы очистился от тех амбиций, которые у него были. А так он якши там истреблял, то есть были такие... Он не сразу, даже получив даршан Господа, не сразу очистился. Кама – это история Махараджи Притху. И кама – желание, вожделение. Ну, вожделение – частный случай, но кама – это все наши желания. Вот то, о чем здесь в этих стихах говорится. То есть Махараджа Притху, как ни странно, он олицетворяет, его история иллюстрирует вот этот вот безудержный поток желаний, который возникает в неочищенном сердце, хотя это праведный царь, и он, когда увидел, что земля скупится, она не отдает всех богатств, он пытался ее наказывать, но потом, когда все хэппи-энд, когда все-таки все, она сказала: я дам тебе, что хочешь, потому что она увидела его решимость, то он почувствовал, ну, и понял, как правильно получить желаемое. Приведи теленка, то есть сделай то, что положено, и богатства сами придут к тебе. Земля сама отдала все, что нужно было, когда она почувствовала любовь. Вот. И мокша — это история прачитов, когда это, да, и кама, которая культивируется как самоцель, то она приводит к зависти. И артха, мокша — это желание стать Богом, то есть в отрыве, но это еще... Нам предстоит изучить, да, мы там проходим сейчас по вот этому курсу замечательному Махараджа. Ну и царь Гая, который здесь упомянут, это указание на пятую песнь. В пятой песне, в самой середине ее, между двумя частями, как бы, упоминается этот царь, о том, какой он был праведный, как ему, ну, я могу прочитать вот 5.15.9. «Великий царь Гая совершил множество разных ведических жертвоприношений. Он был необычайно умен и в совершенстве знал все ведические писания. Он свято хранил устой религии и владел несметными богатствами. Он был господином знатных сановников и слугой преданных. Он проявлял все качества всемогущего воплощения Верховной Личности Бога. Так кто же может сравниться с Ним в совершении пышных жертвенных обрядов?» Ну и там дальше описывается, что праведные дочери Дакши омывали его, и все были настолько удовлетворены, что сами отдавали ему все желаемое. Брахманы отдавали шестую часть своего благочестия, в общем, там полностью. И даже Верховная Личность Бога, Вишну, пришел и был удовлетворен им. И в то же время здесь Ваманадев говорит, что даже Махараджа Притху и Махараджа Гая, которые были владыками семи двип, не смогли обрести удовлетворение и утолить свое честолюбие. То есть ну, для меня это было таким немножко противоречием, но я не знаю, может быть, кто-то подскажет более правильное объяснение. Я, например, не увидел завершение деяний Махараджи Гаи, там очень кратко его описано, написано, что он был праведный, вот, но то, что он обрел высшее совершенство, как бы не было сказано. Просто пошло повествование дальше, там описываются династии царей. Вот, то есть в случае Махараджи Гая он совершал жертвоприношение, желания его исполнялись сами собой, то, что говорится в этих стихах. Вот, но вот в этом вот в санскрите есть 23 стиха артхайги слово амбиции. То есть из-за того, что были амбиции у этих царей, они не смогли достичь желаемого, как бы. Их желания так и остались неудовлетворенными. Ну и, наконец, вот последний стих, 24-й, по которому Шрила Прабхупада дает замечательный комментарий. У меня на него осталось 3 минуты. Человек должен довольствоваться тем, что дарует ему провидение, ибо неудовлетворенность никогда не приносит счастья. Кто не обуздал свои чувства, тот не будет счастлив, даже став хозяином 3 миров. Это очень такая тема яркая для Бхагавадгиты, в которой также Кришна, давая наставление Арджуне, множество раз повторяет имя Хришикеша, хозяин чувств. И здесь Шрила Прабхупада цитирует этот стих, он приводится «Сарвопадхи венермуктам татпаратвена нирмалам, Хришитлена Хришитлеша, Севанам Бхакти Ручете». Это стих приведен в Чайтанья-чаритамрите, известный, и он там цитируется из Нарада-панчаратры. Его перевод, который дается в Чайтанья-чаритамрите: идти путем бхакти, преданного служения, значит занять все свои чувства служения Верховной Личности Бога, повелителю чувств. Служа Всевышнему, душа, помимо главного плода, обретает 2 второстепенных. Она избавляется от всех материальных самоотождествлений, и ее чувства, занятые служением Богу, очищаются. То есть фактически здесь говорится о секрете обретения истинного счастья. Сколько бы мы ни пытались насытить наши чувства или даже обуздать их, самим нам это не удастся сделать, поскольку чувства даны нам материальной природой, они принадлежат ей. Вот. И наших сил не хватит, чтобы преодолеть могущество материальной природы. Она все время будет действовать так, что чувства будут увлекать нас все к большему и к большему. И пытаться удовлетворить их — это все равно, чтобы попытаться потушить огонь, подбрасывая дрова. Вот. Какой здесь предлагается выход? Это нужно доставить удовольствие хозяину чувств. То есть это секрет счастья везде, во всех 3 мирах. И в материальном мире, и где бы то ни происходило, в духовном. То есть мы забываем о себе, мы должны забыть о себе, мы должны понять, что если нам удастся удовлетворить хозяина чувств, Господа, то Он даст нам вот это чувство полноты, чувство удовлетворения, и нам уже ничего не будет хотеться. Фактически здесь вот перед предыдущих стихах Махараджа Бали, находясь еще пока как бы в неведении, он говорит, что, ну, я не помню, какой, вот 20 стих, что у того, кто обращается ко мне за подаянием, не должно быть потом никакой надобности просить что-то другое, что-то у других. Вот, то есть он пытается занять фактически место Господа. Вот. Потому что Господь, если Он дает, то уже ничего больше не нужно будет. Произойдет вот то самое зависание наше, и мы просто остановимся, и это будет нитьянанда, вечная ананда, которую так замечательно рекламирует Мукунда Гауранга Прабху на своих харинамах. Вот. Ну и Шрила Прабхупада здесь в последнем абзаце говорит: брахманическая культура учит людей довольствоваться тем, что они получают без особых усилий, и развивать в себе духовное сознание. То есть исполняя дхарму, довольствуйся тем, что приходит в результате исполнения своих обязанностей. Вот принцип, которому учит Бхагавадгита, это принцип ведической культуры. Что пришло, то пришло. Брахман, он удовлетворен этим. Но тут может возникнуть такое недоразумение, что не нужно как бы сильно стараться. Вот что пришло, ну как бы само все идет. Это относится к материальным плодам. То есть мы не должны сильно стараться достичь чего-то материального. Мы должны понять, вот есть моя природа обусловленная, я что-то могу делать по этой природе очень хорошо, и я делаю это, отдаю людям то, что я умею. Вот, если я электрик, я провожу какие-то там провода, вот, и люди счастливы моим трудом, они получают, и они дадут сами все, что мне нужно. Вот, я не должен стремиться к большему. И это как бы материальные плоды, мотивация не должна быть получить эти плоды, которые ко мне приходят. Вот, то есть результат, деятельность, ориентированная на результат, это ошибочный мотив. Правильный мотив – это стремиться к очищению своих чувств, довольствоваться тем, что приходит в результате исполнения моих обязанностей, дхармы, и исполнять эти действия я должен так хорошо, как только я могу. Но что я должен делать, в каком направлении я должен прилагать усилия, причем немалые усилия, вплоть до сверхусилий или горения, как бы, на что должно быть направлено наше горение, это на то, чтобы доставить удовольствие Господу. Вот здесь как бы мы не должны успокаиваться и не должны быть минималистами. Вот в этом направлении можно быть максималистом и нужно быть максималистом. Поэтому, читая вот это вот без особых усилий, эту фразу, мы не должны думать, что можно жить как бы спустя рукава. До тех пор, пока я здесь нахожусь, я не могу быть спокойным, потому что майя очень сильна, она может в любой момент захлестнуть. Вот, поэтому, если я направлен, как бы являюсь энтузиастом поклонения Господу, то это безопасная позиция, единственная безопасная позиция в материальном мире. Харе Кришна. Я на этом остановлюсь, пожалуйста. Харе Кришна, спасибо за лекцию. Ваманадев говорит, что человек должен довольствоваться... Ближе микрофон, пожалуйста. Ваманадев говорит, что человек должен довольствоваться тем, что приходит к нему само собой, или своим положением. Иначе, если он просто будет не быть доволен, то его не удовлетворят там 7 даже острова какие-то. Да? А вот в 10-й песне есть такое выражение: порог нищеты уничтожает добродетели. Если человек нищий, вот он просто нищий, у него нет даже средств к существованию, как он может довольствоваться этим, если это может предварительно или уже говорить о том, что он может нарушать какие-то добродетели? Вот как это сочетать? Человек должен довольствоваться этим, и в то же самое время, будучи нищим, занимая положение нищего, он эта нищета уничтожает все добродетели. Как это можно сочетать? Я, к сожалению, не помню, откуда эта цитата, в каком она на контексте приводится в 10-й песне, но если человек действительно нищий… Судомовед, да. Если он действительно нищий, то это значит, что он деградировал, что он не исполнял своей дхармы. Вот, потому что как раз Гуру Махарадж говорил о 5-й песне. Смысл 5-й песни — это там описывается космическое устройство и моральный закон внутри. И если человек, там сложное для нашего понимания описание космического устройства ведического, и даже ученики приходили к Прабхупаде и говорили, какой смысл, как это изобразить. Вот. И очень элегантно Махарадж объясняет связь между вот этими двумя темами 5-й песни. Если мы следуем внутреннему закону, то сознание возвышается, и сознание в соответствии с структурой космоса — это планеты, на которые уровень сознания определяется то, на какую планету человек попадает после смерти. Вот. Либо он прогрессирует, если он живет в соответствии с законом Господа, и он становится богатым. То есть истинное богатство — это богатство сознания фактически. Материальное достояние, они сами собой к такому человеку приходят. Если человек красив, если он богат духовно, внутренне, то ему материальные вещи приходят. Если же он идет против закона внутреннего, который он не является искусственным чем-то, это то, что дал нам Господь культивировать внутренний закон. Вот. Если он идет против него, если он нарушает его, пресекает границы, 5-я песня — это стханом, то есть очерчены границы, в тех границах человек может действовать, это место описывается в этом мире, вот. То он деградирует и становится нищим, опускается на низшие планеты, его сознание скудеет, вот, он становится очень узким в своих взглядах, в желаниях, он упирается в это и становится нищим. То есть если человек обнищал, то это значит, что он просто не следовал дхарме. Вот. С чего-то начать надо. То есть, даже если я нищий, я должен подумать, что я могу сделать, находясь в своем положении, и с этого начнется возвышение сознания. значит, эта формула может применяться к таким преданным, как Халавеча Шридхара. Тоже он обнищал, потому что у него плохая карма. Но он был духовно богат. То есть, если человек ощущает себя нищим и страдает от этого, это значит, что у него он нищий по всем параметрам. Вот, человечек Шридхар, он был счастлив просто, он был в этом экстазе. Я как раз вчера прочитал это в «Нектаре наставления», второй текст, какие деяния мешают преданному служению. Я там как раз вот накапливать больше, да, достигать чрезмерного. И Шрила Прабхупада пишет дословно, вот прямо даже ходил вечер вчера, эту фразу обдумывал, что экономическое благополучие определяется тем, что насколько у человека его выполнены вот эти его потребности, необходимые потребности. Но они же у нас у всех абсолютно разные. Но если вот все правильно вы сказали, что если вот мы внутренне удовлетворены, даже если у нас как бы не слишком много всего, то это вот наша такая вот, наше экономическое благополучие. Но если вот этого удовлетворения нет, то как раз вот эта вот неудовлетворенность, она будет нас опускать. И даже вот в том примере, что вы сказали, что миллиардер, да, и он, все, он сказал еще больше. Так вот он как раз вот, у него, он несмотря на то, что имеет миллиарды, да, так и не достиг экономического благополучия, по большому счету. А Халавеча Шридхара, имея протекающую крышу там, и какой-то старый один это, горшок, да, то есть был полностью экономически благополучным. И, кстати, Бхактивинода Махараджа приводит пример как успешного вайщу. Ну да, то есть у меня все есть, если мне больше ничего не нужно. Это не значит, что у меня есть много всего. Это значит, что мне достаточно. Вот. И если человек материально считает, что у меня все есть, то он богат. Ну, я так понял, что есть разница между материальным восприятием нищеты и духовным пониманием каким-то. Допустим, ну, материально понятно, но мне чего-то не достает, у меня какие-то есть потребности для этого тела, и я прилагаю все усилия, чтобы эти потребности удовлетворить. Поэтому я очень активный в том, чтобы зарабатывать деньги и скапливать для наслаждения. А вот царица Кунти говорит, что возносит молитву, говорит: ты богатство для нищих, материально нищих. Она Ачута Гочарова. Акинчана Гочаровна, Акинчана Гочарова. Вот можете вот пояснить вот разницу между вот этим вот духовным нищенством, да, или как это, и материальным? В чем вот разница вот этих двух сознаний? Ну, я одно, например, сказал, вот хотя бы духовное объясните. Ну, внутренняя нищета, духовная нищета – это неудовлетворенность фактически. То есть, ну, здесь даже, по-моему, я сейчас не найду так сходу. Ну вот Прабхупада говорит в комментарии. Он может взращивать в себе стремление к чувственным наслаждениям и даже обрести то, к чему он стремится, но поскольку вся его деятельность проходит на материальном уровне, он никогда не ощутит полного удовлетворения. То есть, ну, это относится и к внутреннему тоже состоянию. То есть сейчас мы знаем, в Кали-Югу самый востребованный врач – это психотерапевт. То есть всевозможные депрессии, неудовлетворенность – это бич современного мира. Даже в той же Америке благополучной, материально вроде все хорошо, но люди испытывают депрессию. Почему? Потому что внутри пустота. Вот. И это как раз та самая дыра, которую можно закрыть только Богом. Вот. То есть это духовная нищета, потому что нету внутри человека, поскольку душа по природе своей маленькая, мельчайшая частица, она в отрыве от целого никогда не будет себя чувствовать полной. Вот. И до тех пор, пока наша покрытая этой материей сознания не сообразит, интеллект наш, разум, пока он не сообразит, что чего нам не хватает Бога, до тех пор мы будем нищие внутри и, соответственно, снаружи тоже, потому что оно связано одно с другим. Вот. В то же время, когда, я не знаю, ответил ли я на ваш вопрос, в общем-то, разница. Просто преданные, которые служат Кришне, они понимают, что все принадлежит Кришне, и поэтому они не присваивают ничего себе, поэтому их можно назвать нищими. Ничего их нет. Все принадлежит Кришне. Так почему преданные нищие? Потому что они понимают, что все принадлежит Кришне. И не присваивают ничего себе. Поэтому они считают, что их тут ничего нету. Но у них есть отношения с Кришной, и это для них ценно. Поэтому их богатство – Кришна. Богатство нищих. В конечном счете мне не важно, что у меня есть. Мне главное, чтобы у него все было. Если я в таком сознании нахожусь, я духовно богат. Да, но перед тем, как понять, что Кришна – Бог, что все принадлежит Ему, мы должны подойти к этому настроению. До тех пор, пока мы будем что-то присваивать к себе здесь, то у нас будет тяжело прийти к пониманию, что все принадлежит Кришне. Поэтому мы сначала понимаем, что все принадлежит Кришне, потом начинаем понимать, что Он выделяет нам определенную долю для того, чтобы мы могли пользоваться. И все это держит нас в состоянии умиротворения, удовлетворения. Потому что мы понимаем, что мне ничего не принадлежит. Если что-то у меня есть, то Кришна мне дает, Ишавася и Дамсарва, для того, чтобы я мог поддерживать свое существование. Но цель моя – это служить Ему. Все, и тогда такой человек, такая душа становится счастливой и удовлетворенной полностью. Да. Время уже истекло. Гранд-Харадж Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Нитай Гаура Премананде.